Бля, я мильту пролетел, куда хотел упасть. Пиздец, отвлекся. Я не знаю, где матов, типа, ну, если будет играть, то да. Чтобы стать профиком в PUBG и поехать, на, ну, начать ездить на какие-то ланы, нужна просто дисциплина, типа, много играть, впитывать как губка, ну, типа, учиться у лучших, так сказать, и впитывать инфу как губка. Ну и хорошая команда с там, хорошим капитаном, который условно тебя научит. Азам там каким-то. Чтобы ты потом. Типа дал тебе базу, чтобы ты развивался. И все. Не так круто, я думаю. Если ты хорошо играешь, чтобы тебя заметили. Большинство талантов PUBG тухнут просто потому, что они не находят ту самую команду, не знаю, тех самых людей, с которыми они будут прогрессировать. И все. Ну, если во всех играх так, то вот тебе формула успеха. Простая. Получается. Ебать, там гримп нахуй. Почувствовал спрей. А там гуд только с этим тормозом, походу. Со всем остальным там бы спрей, как будто нереально. Да, у меня все мои запокапленные спреи всегда с там гриппом были. Вот, ничего другого, только с там гриппом все запокапленные спреи. Только одну голову дал, пиздец.
Блядь. Просто район пикает меня, ну пизда. Что за... Он в гарике? Да, он в гарике на первом. Это я уже сейчас задняя. Да бибигался, блядь. Знаете, то, что когда вы едете по этому... Ну, короче, когда вы едете на УАЗиках, это пиздец, мне кажется, это смертельный приговор. Когда вы едете не в толпе, типа, а один отделенно от своей тимы. Потому что сбить заднее, чтобы его развернуло, это... Ну, это база уже. Никто не пытается выбить, все просто колесо нахуй сбивают и все. Его разворачивают. Поэтому никогда так не гоняйте, так сказать, пацаны. Вы еще матерям нужны.
Бля. Он, сука, спрятался на балконе. Или она. Не знаю. Последний раз, когда я убил игрока женским ником, мне сказали в ответ «Салам алейкум». На Хасенде. У меня, походу, под шумок, пока я вот этих человек убивал, резнули, короче, УАЗик, который на полежу умер. Судя по всему. Прикиньте. Чуваки сгоняли до пляжа на машине, резнули своего типа и уехали, походу. Пока я другой склад убивал. Такие вот приколы. Паблики. Стрельбу долго задрачивал. Как понять? Бля, я забыл, о чем я говорил. Я просто посмотрел в телефон, сбился. А, про стрельбу. Вот у меня 18 часов, PUBG, все 18 тысяч часов я пытаюсь получается, тренирую стрельбу. И мне кажется, до сих пор не дотренировался. Кто нахуй посадил дерево? Да, он меня видел, сука. Ну, он меня чел видел, я не смогу подкрутить под них, похуй. Да я тут кем с кем по прямой. У меня же тут, надеюсь, в киткате никто не сидит. Бля! Пацаны! Не бейте только... Оказывается, сидят. Ебать, я думал, то никого нет. Они еще сюда пикают. А как он не нокнулся, это пиздец. Как будто надо вообще в центральный кем заехать. И там стреляют. Или это не там? Нет, не там.
А, ну не заебись, зона. Блять, ну желтики есть. Интересно, если я сейчас на крысу приеду, я его смогу убить? Типа он про меня не знает. По идее. Он зашел внутрь, да? Бро, зачем ты внутрь зашел? Ну, выйди назад, пожалуйста. Блять. Я его на очко подсадил, как будто. Опа. Тихая смерть, блять, я же его убивал. Да ведь? Блять, ладно, снайперки я заебался пикать уже. Понятно. Он просто смотрит, как его типы умирают. Бля, парашют же нахуй. Куда? А чё с пингом? Ну это додос. F5. Меня слышно, чат? Ебать, больно. У меня пинг 400 был или 500. Не, ну это уже мой интернет, ебать. Глюканул.
Причем нехило. Типа, интересно, добежал мне до изумрудки? Съебали в голову ставить. Блять, я их не видел. Я потому что на этого зафокусился. Да в рот ебал. У меня в моменте, короче, в игре был пинг 400. И в этот момент стрим залагал. Но он у вас как? Он у вас офнулся, типа, или он продолжится? Просто картинка появилась, то, что якобы сейчас, типа, все починится. Такой чел за голову держался, правильно?